До інших тем. У Гомеле отбылося городское свято, просвещенное Дню работников культуры. На урашистое мероприемство у ГЦК запросили супрацовников ветеранов Галины, владальников звания «Народный» и «Заслуженный». Их работа – организовывать святы и фестивали, сдымать киностужки и працовать у библиотеках. Але у профессийного свята спевают и танцуют для их. Культура – это подмурок, на яким развивается нация и ее творческий потенциал. Миссия работников сферы культуры – заховать и примножить духовные каштонности и традиции белорусов. Сёлета менавіта яны створали для гамельчан и гостей города святочную атмосферу подчас Дня Перамоги, Европейских гульняв, Дня Незалежности и Свята города. Работник культуры – это не профессия, это призвание. И оно, наверное, с молоком матери впитывается в молодых людей, которые со временем и становятся работником. Хочу сказать, что в основном их работа связана и с выходными, и с праздничными днями. То есть, когда у наших людей отдых, то работники культуры всегда трудятся, создают настроение. Ну и, конечно, их неоценимый вклад. Наследие вот нашего государства оценить невозможно. У якости узнагороды за самоотданную працу и верность профессии, гоноровые грамоты и подяки. Керавництво города и в области, депутаты и актив профсоюзов означили 37 работников сферы культуры Гомеля и 6 творческих коллективов.